Всем привет! Несколько минут назад Алексей Шевченков обратился к поклонникам. Фейк о якобы жестоком избиении известного российского актера Алексея Шевченкова в Черняховске Калининградской области опроверг сам герой публикации. Видео обращения Шевченкова выложил в социальной сети депутат Черняховского муниципального округа Иван Гужавин. Цитата. «Спешу развеять тот миф, который дошел и до меня тоже, что я в больнице или что-то там со мной случилось на родине. Это неправда, это фейк. Может быть, это какая-то ошибка. Но я очень благодарен и признателен. Спасибо вам за ваше внимание, за ваши переживания. Хочу вас успокоить, все это неправда. Со мной все в порядке. Я в Москве, работаю, жизнь бьет ключом. Хочу и вам всем пожелать всего самого наилучшего и чтобы жизнь вам улыбалась», – сказал Алексей. Напомним, несколько дней назад в ряде телеграм-каналов начали размещать публикации о том, что на Алексея напали в автобусе, когда он приехал на свою родину. Якобы он заступился за женщину, и водитель его побил. Новость быстро разлетелась не только по всем пабликам, но и в Ютубе. Как оказалось, информация ошибочная.